У нас тоже собака была. Старенькая, и лет 7-8 было. Со мной росла моя ровесница. Съели. Помню, как мы с мамой ее убивали, как она выла, и как мы долго не могли перерезать ей горло. А когда перерезали там, в общем, шкуру, это все тяжело нам давалось. Мне было почти 8, маме 29. Она боялась, что я умру от голода. Да, я правда был на грани. В общем, спасла меня собака. Спасла. Но с тех пор в моем доме ни одной собаки не было. Хотя бывают, вот предлагают, хотят даже подарить, но не могу. У нас собака была.